Привет, это Реборн. Давненько мы с вами прикольчиков не смотрели. Решил посмотреть ролик у Академии Смеха. Он вышел у нас в августе 22 года, когда? 8 августа 22 года. 205 выпуск. Давайте его посмотрим. Правда, прежде чем начать это делать, не забывайте подписываться на Телеграм-канал, на Трову и на группу ВКонтакте. Ссылочки все будут в описании. Теперь погнали посмотрим, и будет, надеюсь, интересненько и смешно. Поехали! Мотаем. Во. Ты... Что это, ты пытаешься себя посчитать, что ли? Какое ее ждет разочарование, наверное, да? Ни хрена себе, где они их столько набрали, вообще жесть, это же дофига, не? Неплохо. Еще и шлем такой. Хорош. Это прям хорошо было. Так. Оп. А, это доставка? Ну, спасибо тебе большое, блин. Сам жри теперь эту пиццу. Ну, дичь какая-то. А что доставщик даже это, ну, как бы, не позвонил нормально? Положил просто возле дома. Явно это есть, и то не будет теперь. Ты чё, куда залез? Два номера. Это, походу, Даниэль, да? Или Эмильен, как там звали таксиста? Сейчас пройдет мимо, да? Да. Да ну тебя нафиг, человече. В пробке, что ли, решили поиграть в хоккей? Или в футбол, это что это? Окей, неплохо, пробка большая. Так. А, ворует, что ли, что-то? Человек-паук его поджидает. В шляпе. Неплохо. За каждым сильным человеком так стоит история. Да, прям эта сумка много чего повидала, походу. Которая не оставила ему выбора. Так, я ни хрена не понял. А в чем прикол? Ну, поправляет она лифака, что? Киса. Что происходит? Что-то взорвалось. Ну, так. Чуваку устал. Устал ждать этот автобус. Офигенно же танцует. Какое так тяжелое время. Никак... Давайте мотнем. Сам. 250-х. Тихо. К вложенной сумме ежедневно. Так. Начать можно. Да господи, где тут конец-то? О. 100 рублей. Парирамчик, парирумчик, пурирули, рарирам. Нихуя, малышечка, просто бомба. Да, ну такое. Она там еле ходит на этих, на каблуках. Ну, чувак, вообще. Когда дверь закрыли, она только бежит, да? Сейчас уйдет обратно. Наглый кошак. Да ну тебя нафиг, не хочу я туда. А, это круто. Слушай, это вообще офигеть. Этот, как его... Вратарь даже просто этого не ожидал, поэтому пропустил. Это шикарно. Что такое, блин? Это же Кадиллак, по-моему, да? Да модный. А если бы человека по лицу ударил? Офигеть. Как бы потолки тут невысокие. Дайте за это денег ему. Заслужил точно. Но это было красиво прям. Фигня какая-то.
Ам. Сейчас лопнет. Да нет, ну давай лопай. Хорош. Болт погоды? Болт погоды. Что такое? Болт мокрый, болт сухой, болт отбрасывайте, и вы тень. Болта не видно. Болт качается, болт в белом. Что это за херня? Болта нет. А это страшно, наверное, когда болта нет. Так, болт мокрый, нет. Болт сухой. Да, болт сухой. Дождя нет. Спасибо большое. Дождя нет, ура! А я без тебя не смог справиться, это догадаться бы, да? Добрый день, конь. Она настолько офигела, что просто так сумку отдала. Жесть. Я бы тоже, наверное, офигел. О, бедный чел, это больно. Можно было надуть ее дома. Зачем вы ее прицепили к себе, к спине? Я не столько людей набрали с этими резиновыми дульками. Жесть. И после этого не говорите мне, пожалуйста, то, что КТ это не жидкость. Как он там пролез, я вообще не понял. Там таракан еле пролезет, наверное. Офигеть. Как он вылез? Это невозможно. Не удержался. Не-н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 е. Ой-ой. Доигралось, блин. Это же капец больно. Охренеть. Наглая. Останови машину. Подожди, а там первый человек был? Один сначала человек был, да, один. А, типа, одному нельзя. Как будто бустер стоит. Но это не он. Забавно. Выключил комп? А вот наглый котей. Ты, блин, он старитель от бога. Сейчас все развалится, да? Нет? Ну, господи, а почему так? Это же отвратительно. На, типа... По лицу! Лежать! Would you divorce me if I got fat? You're fat, Mom! Раунд! Не захотел с пацаном это обниматься, с девкой обнимается, да? Или чё? А, нет. А, он просто туда прыгает, прикольно, окей. Тренировка начнется с классической дочки, то есть лево-право. Давай. Зачем по лицу-то? Нормально, давай только по перчаткам. Чувак прям хорош, вышел из ситуации. Так. Окей. There's no way. Ой. Бедняга. Далеко уплыл. Не буду брать или что? Или наоборот выбрал? А зачем так быстро надо было делать, я понял? В спину ему сейчас сломает. Жесть. Бедный чувак, я прям вижу боль в его глазах. Чё?
Убер приехал. Добрый вечер. Так смотри, да? Ну, вроде все нормально, хорошо припарковалась. Она не заметила. Окей. Лайк. Капец, сколько интересно там у этой штуки. Что это вообще такое? Это пена какая-нибудь или что? Ну, я имею в виду это монтажное. Или что это такое? Пенопласт? Ну да. Прикиньте, они весь первый этаж так засыпали. Жесть. А если бы не знал, куда вылезти, блин, там дышать нечем. Так. Ой, бедняга! Блин, это больно. Так. Не понял, это он пытался насадить себя на эту штуку, или он там насрал, там какое-то говно как будто было, мерзость. Почему он туда? Что такое? Ой. Плюнул. Не мешай мне, это мой дом, не трогай его. И он ржет еще. Хорош. Охеревший пес. Вот это взгляд. Дебила, кусок, сука. Бля, одни козлы за рулем. Уехал с работы. Еще один. За ним. А мне их пропускать или как? Что такое? Ну? Блин. А, это его шарик? Ну-ка, я что-то не заметил шарик сначала просто. А, это все-таки его шарик, а я думал, блин, он какую-то херню задел там. Бедняка. Все, просрал. Надо было поставить, вон же это, какая-то штука стоит, коробка или что это. Все упало. Блин, чувака прям капец жалко. Я не могу. А? Прелесть какая. Брезгливый. Хорош. Вот наглые коты. Охренеть, сколько их там. Дворовые, что ли, какие-то? Жесть. Они как мухи, выбраться не могут, блин, и просто стукаются об стекла. Хорош! Отомстил! Блин, не растерялся, чел. Охренеть, какой он быстрый! Это было забавно. Он влюбился в эту жопу. Ой. Помешали. Не страшно было, я был готов к этому. Хватит жрать, говорю, что ты смеешься? Думаешь, не знаю? Жми. Я не жру, так что отстань, это неправда. Видос офигенный получился, даже лайкус поставил, прямо от души поржал. Академия смеха, огромное спасибо за подборочку. Я синий весь. Во. Если вам понравилась моя реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн, спасибо за просмотр, пока.